Из-за регулярных нарушений в республике сократят квоты и ужесточат правила выдачи разрешений на прием на работу иностранных специалистов. Неравные условия труда для местных иностранных работников выявлены, в частности, в строящемся в столице комплексе Абу-Даби Плаза. После этого лишние зарубежные специалисты отправились на родину. Например, у вас для проживающих в общежитии иностранцев предоставляется трехразовое питание, стоимость которого составляет до 3000 тенге. А местному персоналу, отечественному, они обедают отдельно, компенсационные выплаты всего лишь 800 тенге. Кроме этого, в вашей компании есть факты привлечения вами иностранных работников, не соответствующих той должности, на которую вы получали разрешение. Это не дискриминация. Мы платим рабочим по контрактам на 30-50% больше, чем на рынке труда. И мы ежемесячно увеличиваем заработную плату на 10-20%.